хореографию на месте BTS 21 Century Girl. Я немножко перетянула сеточку, я по музыке взяла последнюю часть и в нее вставила первый припев. Ну, начнем мы с вами с затакта. На И, 8 И, у нас руки уходят в крест и поднимается левая нога. Теперь мы разберем, давайте разберем только ноги. И на раз мы с вами выпрыгиваем на выпад в левую сторону. Раз. На И возвращаемся в положение и поднимаем правую ногу. И. На выпад. Два. И. Три. И. Четыре. Теперь добавим к этому руки. На И у нас руки были в кресте. Затем на раз мы с вами раскрываем. На И опять собираем. Раскрываем. И. Три. И. Четыре. Теперь мы соединим с ногами. 8 и 1 и 2 и 3 и 4. На 5-6 у них идет переход. Мы с вами немножко отходим назад. 5-6. И будем с вами выпрыгивать очень высоким прыжком и разворачиваться в девятилях. 5-6-7-8. Обязательно мы должны с вами прыгнуть выворот на ноги, то есть плечишку, чтобы это было эффектно. Выпрыгнули. 8. Пришли в это положение. Забираем сейчас только ноги. На первый шаг мы с вами будем делать удар левым коленом к себе. То есть раз и поставили. На 3-4 мы с вами делаем выпад на правую ногу, на левую ногу. Теперь соединяем, добавляем к этому руки. На первый шаг мы с вами раскрываем руки немножко в сторону. И как хотите, у вас могут быть либо ладони, либо кулаки. Это не принципиально. Когда у нас бьет левое колено, у нас к нему идет правое плечо. То есть раз, на И мы с вами поставили. И у нас руки делают движение. 5, 6, 7, 8. И раз, и 2, 3, 4. Затем мы с вами поднимаем правую ногу, она у нас будет выворотно открываться в сторону. Вместе с этой ногой у нас руки делают акцент на таз. То есть 5. Еще раз. И раз, два, три. На 4 мы делаем акцент. 4. На 5 мы с вами встаем и делаем небольшой перекат на правую ногу. И вместе с этим перекатом у нас работают плечи. Руки у нас будут находиться в положении 90 градусов и зрительно. У нас будут работать плечи по очереди. Левая, правая, левая. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На 8 счет мы с вами делаем сброс руками наверх и делаем опять же такой удар левым коленом к себе. 8. На первый счет мы повторяем связку сначала. Раз, два, три, четыре. На 5-6 у нас будут сначала лево, потом правое. 5-6. На 7 у нас идет очень быстрый переход. Мы с вами сделаем 2 шага назад. 7. И на 8 мы с вами опять же распрыгиваемся в широкую лягушку. Вместе с этим прыжком руки у нас будут уходить по диагонали в сторону. То есть мы сделали 5, 6, 7, 8 и встали в такое положение. Ноги у нас будут находиться в неполной первой позиции. Еще раз соединим всю связку полностью. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше будем с вами разбирать связку. Сейчас разбираем только ноги. Вот получается, мы с вами остановились, и ноги у нас пришли в неполную первую позицию. И у нас они будут делать 6 шагов вместе. Вот в таком положении получается. Выбор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь к этим ногам мы с вами добавляем руки, разбираем.
На первой ступени у нас находится на поясе. Раз. На два раскрывается в сторону. Три. У нас они уходят в положение перед собой, и с этим еще опускается голова. Три. На четыре поднимается только голова. На пять руки у нас уходят в стороны. И на шесть мы с вами разворачиваем ручку зрительно. Шесть. Еще раз руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы с вами остались в таком положении. Шесть. На семь, восемь мы с вами будем отставлять наши ладони к зрителю, просто отталкивая что-то. А ноги у нас сделают переход на пяточку, на левую пяточку и назад. Это будет очень быстро. Вот мы с вами остались. 6, 7 и на 8 встали. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встали, мы с вами оказались немножко по диагонали, где-то 45 градусов. И мы с вами сделаем три кача вперед. Раз, два, три. При этом мы с вами должны развернуться к зрителю. Три. На четыре мы с вами поднимаем руки на их голову. И стоим так один счет. Получается три, четыре и пять. На 6 мы с вами делаем сброс, как будто на нас что-то упало к нам в руки. 6, 7, 8, переход. И разворачиваемся на правой ноге в правую сторону. При этом левая у нас уходит как бы наверх в воздух. Еще раз. С трех качей. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь. 8. Пришли в это положение. Сейчас будем разбирать только ноги. Ноги у нас будут с вами шагать на месте. Получается, пятки вперед. То есть, начиная с левой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Итого они у нас будут шагать 12 раз. Смотрите теперь, на третий и четвертый счет мы с вами будем садиться в небольшое плие. То есть, раз, два, три на плие серии, четыре, затем поднимаемся, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, плие, три, четыре. И на 5, 6, 7, 8 мы с вами будем разворачиваться на одной ноге, на левой, правой отталкиваясь. 5, 6, 7, 8. Пришли в это же положение. Теперь добавляем с вами руки. На первые 8 счетов у нас руки будут находиться на поясе. Еще раз. 7, 8. Раз, и 2, и 3, и 4, и 5, 6, 7. На 8 счет у нас руки уходят наверх, 8, и будут сходить, как будто по стене вы скользите руками, и раз, два, три, четыре, и они у вас должны оказаться на уровне грудной клетки. На поворот у нас руки уходят в закрытое положение, и мы делаем небольшое движение плечами, и пять, шесть, семь, 8. Опустили руки на плечо, обратно на пояс. Теперь практически такую же связку мы повторяем теперь в левую сторону. Начинаем также с левой ноги. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, 8. Теперь у нас будет 8 шагов. После 8 шага мы с вами опираемся на левую ногу, встаем на нее, а правая нога у нас будет делать круговые движения по часовой стрелке, получается. По часовой стрелке 8 раз. И при этом мы будем немножко подпрыгивать на левой ноге. То есть, раз, два, три, четыре. На пятый счет у нас с вами руки с пояса уходят в диагональ к зрителю. Пять, шесть, семь, восемь. И это вся сядочка была.
Еще раз седьмой, последний восьмерку. Семь, восемь, раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь мы с вами соединим полностью всю связочку под скорость 80%.